Карельскую свадьбу, сыгранную по старинному обычаю, покажут в новом телевизионном проекте Первого канала. Съемки прошли в Оланецком районе в деревне Большая Сельга. На прошлой неделе карельские клещи покусали более 100 человек, из них 33 ребенка. С начала эпидсезона подтверждено 5 случаев клещевого боррелиоза и 7 вирусного энцефалита. Жители поселка Пиндуши обнаружили в мусорном контейнере 5 котят. Хозяева завернули их в пакет и вынесли на помойку. Местные жители обратились к волонтерам фонда «Рекс». Котятам нашли кормящую маму кошку, теперь их жизни ничего не угрожает. Узнать, как помочь котятам, можно в группе фонда ВКонтакте. 8 июля на Онежской набережной состоится гастрономический фестиваль «Кухни народов Карелии». В нем примут участие лучшие повара из 7 ресторанов Петрозаводска и районов республики. Помимо шоу и конкурсов, петрозаводчане и гости города познакомятся с карельской, вепской, поморской и арктической кухней.